Представляем вашему вниманию коляску-трость Crescent Street, предназначенную для детей от полугода до 3 лет, весом до 15 килограммов. Эта коляска легко складывается, она весьма компактна и удобна в транспортировке. Вашему малышу будет комфортно благодаря мягким накладкам на ремни безопасности, регулируемой подножке и большому капюшону. Удобно маме. Эргономичные ручки, передние поворотные колеса для улучшенной маневренности и смотровое окошечко для наблюдения за ребенком. У коляски имеется водонепроницаемый капюшон с козырьком и смотровым окошечком. Капюшон можно убрать либо отрегулировать при помощи фиксаторов по бокам. На задней стороне мы видим вентилируемую вставку, а также карман для различных мелочей. Пятиточечные ремни безопасности имеют мягкие накладки и могут быть отрегулированы по длине. Их легко расстегнуть при помощи кнопки посередине. Защитный бампер обтянут тканью и имеет разделитель для ног. Подножка регулируется в нескольких положениях благодаря кнопкам снизу. Наклон спинки сиденья регулируется в нескольких положениях. Для того, чтобы опустить спинку, воспользуйтесь рычагом сзади. Нажмите его и потяните вниз. Для того, чтобы вернуть спинку в прежнее положение, потяните за ремешок. Коляска весьма маневрена благодаря передним поворотным колесам с блокировкой. Чтобы заблокировать колесо, достаточно опустить фиксатор на колесе вниз. Если вы едете по неровной поверхности, например, песку или снегу, колеса лучше зафиксировать. Обратите внимание, и задние, и передние колеса сдвоенные. Это придает коляске большую устойчивость при движении. Внизу мы видим вместительную корзину для покупок. Ножной тормоз действует сразу на оба задних колеса. Опустите его вниз, чтобы поставить коляску на тормоз. Чтобы снять с тормоза, поднимите его наверх. Сложить коляску Crescent Street очень просто. Для этого поднимите нижний фиксатор, опустите боковой и сложите коляску. У коляски имеется удобная ручка для переноски. Чтобы разложить коляску, ослабьте боковой фиксатор и потяните ручки коляски на себя. Затем опустите нижний фиксатор вниз. Коляска готова к прогулке?